дворовой территории, новые транспортные развязки. Да, вот все это новое строительство, оно полностью должно быть, и, насколько мы знаем, полностью приспосабливаться для нужд инвалидов и маломобильных граждан города Москвы. А все старое, оно нуждается в серьезных денежных вложениях, физических вложениях, в перестройке нашей городской инфраструктуры. Но мы потихонечку к этому идем и этим занимаемся. Поэтому я хочу, чтобы все понимали, мы не орем и кричим, что Москва приспособлена, а мы говорим, что Москва приспосабливается, и никто не может это отрицать. Да, есть проблемы с качеством, да, есть проблемы там со срывом сроков, но это нельзя, это не говорит о том, что в городе ничего для этого не делается.